Итак, привет всем. Сегодня у нас на таком мини-обзоре станок WoodRouter 1. 1,5 кВт шпиндель установлен, рельсы направляющие, плюс гофрозащита. В данный момент мы режем тестовую заготовку перед отгрузкой. Данная заготовка — это у нас икона-панно. Называется она «Создание мира». Сейчас мы посмотрим непосредственно качество обработки. Станок у нас работает на очень хороших скоростях, разумное торможение хорошее. Данная икона режется в пределах где-то 8 часов. Размер у нас заготовки 200×300. Режем мы фрезой 0,25 мм. Радиус скругления у нее коническо-сферическая фреза. Частота оборотов шпинделя идет 24 тысячи. Шаг для данной фрезы я использую 8%, что является 4 сотых миллиметра для чистовой обработки. Режем мы сразу на чистовую, без черновой обработки, так как у нас глубина рельефа идет в пределы 15 миллиметров, что является, не есть нагрузкой для самого шпинделя и самой фрезы. Резали мы, первоначальный проход делали с наклонным врезанием, чтобы минимизировать нагрузку на чистовой инструмент, непосредственно на саму фрезу, для того, чтобы избежать ее лома. Конечно, вам советую я использовать предварительно черновую обработку использовать материала. Вы тем самым увеличите срок службы для чистового инструмента, так как на него будет подаваться менее нагрузка. Основной массив дерева будет убирать черновая фреза. Станок у нас очень хороший, режу я на нем уже не в первый раз, точнее на этой модели, особенно люблю эту модель. Она у нас отличается очень компактностью и подходит как для обычного бытового использования в пределах даже самого балкона или гаража. Можно относить даже к станок как хобби, так и профессиональной обработки. Сейчас я вам покажу непосредственно, что у нас станок вырезал. И вот мы можем наблюдать, какое панно у нас получается. Напомню, то, что использую я дерево бук. Мне оно очень нравится по текстуре и плюс по дальнейшей обработке. Сейчас я вам покажу деталировку. Видите, все элементы четко проработаны, все красиво. Будет требовать минимальной дальнейшей обработки. Ну что, друзья, вот мы дорезали нашу икону, панно «Создание мира». Вы можете наблюдать то, что у нас вышло, какая деталировка, как получились все элементы. Напомню, производилась работа у нас фрезой 0,25 мм, коническо-сферической. Сейчас мы будем производить выборку по вектору фрезой концевой, двухзаходной 6 мм. Сейчас я вам это все покажу. Продолжаем нашу работу. Сейчас я буду производить вырезку данной иконы с массива дерева. Буду использовать обработку вдоль векторов фрезой коническая 6 мм двухзаходная. 0 по оси Z я уже выставил. Запускаем УБ-шку и нажимаем старт. Включился наш шпиндель. 5 секунд идет задержка. И станок перемещается в координаты начала реза. Мы наблюдаем обработку вдоль векторов нашей заготовки. Глубина за проход у нас берется 3 мм.
Скорость перемещения 1200. Можем немножко добавить. Сейчас я приостановлю видео и покажу вам финишный уже результат. Ну вот, в принципе, все. Дорезали мы нашу красоту. Сейчас я вам поближе ее покажу. Скрою я ее воском пчелиным и поставлю наш выставочный зал. Вот как-то так у нас получается на наших станках. Все идеально, красиво. Можно заканчивать. Все, всем спасибо. До скорых встреч.